Всем привет, с вами Мимико, я запускаю новую для себя игру, о которой я совершенно ничего не знаю, но знаю только то, что она сделана вроде как японцами, но это, я думаю, понятно по буковкам, которые, да, написаны внизу под названием. А у нас здесь своеобразное, наверное, управление будет, своеобразная музыка. В любом случае, это игра из Вишеста, в которой вы, конечно же, можете закидывать разные игры. И сейчас это первый дубль, и я вообще не знаю, что меня ждет. Я ее впервые включила, и надеюсь, что мне это хоть чуть-чуть, но понравится. Но, во всяком случае, выглядит оно достаточно мило. Посмотрим. Стрелочки. Я не вижу стрелочки, но, видимо, у нас будут стрелочки. Ага, на клавиатуре. Замечательно. А можно это все перенести на ВАЗД? Трясущийся экран, управление замечательно. Даже есть настройка. Да, нажми любую кнопку. Я не понимаю. А что? Почему? Что? А? Катится разговор XZC, господи. Ладно, допустим, это, знаете, мне напоминает инвентарь H и P пауза. А H-то почему инвентарь, а не I? Было бы удобнее между пишкой. Ладно, окей, мы попробуем разобраться с этим. В любом случае, так, звук любой мы поправим. Сглаживание, четверочка максимум. Хорошо, замечательно. Вертикальная синхронизация, я даже не понимаю, зачем она здесь нужна, но окей. Я не знаю сюжета, я не знаю, что это за маленькая бегающая штучка такая красная по цветочкам, и их топчет. Но попробуем запустить приключение. Я так только посмотрела, что она примерно у ютуберов занимает на полном прохождении 3 часа. Надеюсь, меня займет столько же. Хотя я не очень скилловный человек, сами понимаете. Ага. Хей. А? Пс. Иди сюда. Дам что-то. Угадай, что? Бабосы. Боже мой, во что я ввязалась. Окей, Мимико, терпи. Да, абсолютно просто так. Деньги. На халяву. Бесплатные деньги. Давай объясню, в чем суть. Твой город наверняка завален мусором по самую крышу. Уже и плюнуть некуда. Мои роботы прилетят к тебе в гости и заберут все лишнее барахло. Тебе даже вставать не надо. И они даже заплатят за твой хлам. Просто деньги. Не веришь мне? Тогда послушай отзывы. Халявные деньги просто так, честно. Вот видишь? А я же говорил. Не мешай огромному роботу, если вдруг увидишь его над своей деревней. Богатей вместе со мной. И никогда не забывай. Ты просто прелесть. Sunshine Incorporated. О, дивный новый мир, боже мой. Боже мой. Основная цель — проснись. Допустим. Хорошо. Подождите, мне надо в себя прийти. Эй? Мне надо в себя прийти от того, что я увидела. Это что за чудеса маркетинга только что были? Это что? Ну, допустим. О, порядок. С пробуждением. Можешь пошевелиться? Я какая-то странная. Ой. Ладно, ну хотя бы забавно. О боже. Окей. Найс.
Прости, что разбудил. Пора бы уже выспаться за столько времени, наверное. Сходи-ка воздухом подыши. А ты не пойдешь? А ты кто вообще? А ты не пойдешь? Давайте спросим, кто он. Я призрак. Основная цель — найти выход. Одному идти слишком опасно. Я даю тебе вот это. Всяческую моральную поддержку. Я призрак, как бы ни гроша за душой. Ага, и мы можем с ним заново говорить. Я... Окей, хорошо. Ой, как мило. У нас здесь кроватка, оказывается, есть. Это комната призрака, что ли? Открыть шкафчик. Ой, как мило лапками перебирает. Ладно, окей, хорошо. Оно действительно хотя бы миленькое. Из-за этого у меня пока что не горит. Но, возможно, надо куда-то этот шарик было бы закатить. А призрак, кстати, куда-то делся. Сосиска. По идее, наружу надо наверх, скорее всего. Мы где-нибудь внизу сейчас находимся. Боже мой, я не знаю, ребят. Вы надо такие вещи в вишлист кидаете странные, но... Я же говорю, что я пройду все по возможности. В принципе, я, как это называется, знаете, открыта к чему-то новому, познавать разные... дичи, блин, здесь баланс у нас, оказывается, будет. Хорошо. Какой хрупкий, однако, булыжник. Пни его. Зачем он такой? Как тебя пнуть-то? А-а-а. Блин, просто ногой. Точно японская игра. Окей. Интересно, насколько она популярна? Как мне туда? О, все, залезло. Надо, видимо, шагами вот так вот идти. Ну, допустим, грибочки. Почему в последних играх, что я прохожу, грибы вечно нас куда-то отправляют? Ну ладно, мы опытные, отбитые люди, поэтому я надеюсь, что у нас что-то да получится рано или поздно. Ага. Ага. А вот это, кстати, интересно. А как я? А как я? Я не смогу туда запрыгнуть, живить. Ага. Ага. А как? А-а-а. То есть я и обычно могу туда. Мне вот единственное, что хотелось бы обоснование какое-то увидеть, почему вы посоветовали эту игру. Если, допустим, Hollow Knight, мне было понятно, ну, как бы игра, она... Ну, она и меня заинтересует, да, и так далее. Но почему такого плана игры иногда? Это так странно. И, может быть, вы фанатеете, может быть, вы хотели просто ее увидеть, я не знаю. Оу. Кажется, кто-то лох. Ну ладно, просто здесь был прям призрак. Я думала, что мы до него успеем добраться. Оказалось, нет. Надо привыкать к здешней физике. Ай-яй-яй, который... не особо-то здесь есть. Единственное, что меня пока радует, это то, что мы в жиже в этой не умираем. Это очень круто. Но... Также меня не радует, что мы обратно и вот не можем добраться по-нормальному. Так, пихай его. Отпихивай. Замечательно. Идем снова сюда. Я так понимаю, половина игры будет такой. Хотя это самое начало, ребят. И я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что будет дальше. Но, знаете, иногда отдохнуть мозгами тоже приятно, если здесь получится, конечно. Потому что, скорее всего, здесь будут какие-то головоломки. Ну все, пора идти. Удачи там. Тепло одевайся. Открытку пришли как-нибудь. Забавные они. Еще и с юмором. Таким, знаете, своеобразным. Основная цель — найти выход.
Спасибо, что даете мне цель. Основная цель — где же ты? Ой, лапкой так дверь открыл. Боже мой. Можно пнуть. Давайте пнем. Давайте вот так. Спасибо. Я хочу к цветочку. Можно мне сюда? Мы идем против системы. Мы идем в гору. Это что? А? Это зачем? Что это такое? Инвентарь. Ага, ага, окей, все. Но я не знаю. А зачем оно мне нужно вот такое? Может быть, я могу на него прыгнуть как-то? Да нет, вроде. Вообще там какой-то кальян нарисован. Могу ошибаться, конечно, но там что-то явно странное. Зет. Внимание! Не открывать. Внутри чудовище. А, это мы чудовище? Или они про нашего призрака? Я надеюсь, мы найдем здесь друзей, которые будут такие же отбитые, как и мы. И что у нас здесь не будет ботов. Ой, не ботов, а боссов, простите. С птичками тоже можно говорить. Привет. Эй! Как дела? Пока. Как дела? Да норм. Замесаю вот. Пугало не пугает? Я тебя умоляю. Это я его пугаю. Ладно, зависай. Ага, спасибо, увидимся еще. Какая же отбитость. Ладно. А другие птички? Что вы скажете? Вы скажете. Стоп, стоп, стоп. Добрый день. Окей, это не разговаривает. Доброе утро. Как дела? А на верхней платформе у нас что находится? Мамочки. Ладно, а если слева вот отсюда перепрыгнуть? А? Не? А, знаете что? Ну это же должно быть, да, физика, все такое, вот так вот добираться. Да. У меня получается что-то. Ой. А зачем так приближать? Это выглядит страшно. Оу. Понятно. Я не буду доверять больше веревкам. В этой игре. Вы научили меня не доверять веревкам. О, ко мне пришли друзья. Будто бы зашуршало что-то. Где? В поле-то? Да расслабься. Птицы это. Ну, не знаю. Звук был такой, как... Как... Как чудовище, которое идет тебя сажать. Тьфу, не шути так лучше. А вдруг оно сидит в поле и хочет укусить нас за бочок? Да успокойся. Никто ни разу его не видел, потому что его не бывает. Все, двинули обратно. Неужели мы действительно чудовище? А нас, мне кажется, что-то не то думает. Птички улетели. Ой, тут какой-то вулканчик. Мы не чудовище. Чудовище здесь. А-а-а! Сделай что-нибудь. А-а-а! Чудовище проснулось. А-а-а! А-а-а! Какое-то оно не шибко чудовищное. Вблизи оно поменьше. Оно нам мост поломало. Чудовище! Зачем ты здесь? Аня, это все для тебя. Эта игра создана для тебя. Серьезно. Ребят, кстати, так вот, мимо дела. Анна Кабли, замечательная девушка. Подписывайтесь на ее канал. Это вот 100% чудовище. Это про нее. Чтобы вас кусить, я особо не в курсе. Я особо не в курсе, да. А.
Ну ок. Бред какой-то. Ничего не понимаю. Ты что-то не выглядишь грозно. Слушай, разве чудовище не должно быть огромным и могучим? Я? В смысле? И второе, что не так-то? А что не так-то? Вот это вот идеальная фраза. Давайте я в смысле, да. Хм, странно. Давайте его отпустим. Давайте. Что оно нам сделает? Оно даже не чудовищное. Так, ладно, мы тебя отпустим. Но мост сломался по твоей вине. Давай мы тебя выпустим, а ты все починишь. Я постараюсь, не хочу, не буду. Ну, я постараюсь, да. Ладно, здорово. И скажи, как мост починишь. Основная цель — почини мост. Вообще, это так забавно. Ой. Sunshine Incorporated. Блин, это какой-то... Что это за камера тут? Посмотрите. Мы ее запалили, она больше не высовывается. А где выход? Где выход отсюда? Не, там какая-то жижа с остренькими наконечниками. Мне это уже не нравится. А где мост? Я потом хочу со всеми поговорить, не сейчас. Не, ну, наверное, надо все-таки сначала... Во! Во! Мы же отсюда пришли. А потом мы дойдем до туда. Как чинить эту фигню? А как мне его починить-то? Что за муха за мной бегает? Как-то странно. Я на самом деле не удивлюсь, что здесь в игре какая-то есть карма, которую нужно обязательно, чтобы, ну, мы все сделали. Куда? Куда? О боже мой. Ну, допустим, пойдемте налево, потому что там мост. Сюда нужно принести яблоко. Три яблока. Ну, окей. Ну, я, наверное, правильно понимаю, что это места, куда нужно что-то положить, принести, ну и так далее. Он еще отряхивается после водички. Это очень мило. Так, ладно, поговорим с Розовым пока что. Он ближе всех. А вот если прищуриться, то ты даже немножко ужасаешь. Может, ты все-таки чудовище, а? Нет. Ну, пока что точно нет. И двери. Мне не разрешают с чудовищами разговаривать. Ладно. Я тебе это запомню. Ладно, мы хотя бы так не умираем. Вот интересно, от падения мы вообще умираем или нет? Ничего не знаю об этой игре. Вот вообще, я не читала. Я даже название не переводила ее, понимаете? Так что я вместе с вами постигаю этот удивный новый мир, который мне любезно предложил давно пройти в Вишесте. О, шоп. И там магазин. Иди лучше мост чини. Да ну у вас. Мне аж не верится, что чудовище существует. Хоть ты на сказочного монстра вообще не смахиваешь. Можно сказать даже, что чудовище не существует. Непонятно. Эй, ну слезь с моей головы. Слезь с моей головы. Так. Почта. Кстати, ты яблочко. Яблочко. Мы нашли яблочко. Замечательно. Камера, блин. Ах,
Z. Ну что там с мостом? Мы к полям попасть не можем. Видишь проблему? Роботы не придут. Денег не будет. А, у вас здесь целая трагедия такая из-за этого получается. Понятно. Подождите, а я хочу наверх. Я хочу наверх. Ну, ты мне все портишь. Я тебе не верю. Ясно, чтобы мне поверили, мне придется сделать что-то нечудовищное, я поняла. Эй, тут такое дело, туда нельзя. Почему? Там птички сидят, не хочу их тревожить лишний раз. Да мне пофиг. Не, окей, не будем. Не, блин, случайно. Окей. Как мне чинить этот мост? Может быть, камни туда натаскать? Нечего чудовище у меня дома делать. Давайте подтащим туда камни. Да. Я пока не знаю, что еще можно придумать. Да я к тебе не иду. Да что ж ты такое делаешь? Надо мимо этой двери как-то камень притащить. А то он какой-то там агрессивный парень. Ладно. Значит, ты у нас чудовище. Как-то не так тебя в легенде описывают. Какой легенде? Легенда о чудовище. Суть в том, что в горе живет монстр. И эту сагу передают от отца к сыну, а начало ее уходит глубоко в прошлое. Так, понятно. Ты мне работать дай. Мне нужен этот камень. Ясно, я этот камень не перетащу. Ну что за дела-то? А как тогда работать-то? Ну вот три камня, да, допустим, они здесь есть. Давайте сейчас вернемся назад. Я попробую еще что-нибудь посмотреть. Но вряд ли. Я не понимаю просто, а как тогда? А то даже птички уходят. А может быть, что-то было еще чуть-чуть назад? Ну, не знаю. А если отсюда камни скатить? Я думаю, это будет реальнее немножко. Давай. Отлично. Второй тоже туда же. У вас будет каменный мост. У вас будет самый лучший мост. Если это, конечно, сработает, да? И мы там никого не убьем под камнями. А мы можем, я думаю. Здесь не зря разные варианты ответов. Все-таки, скорее всего, реально карма существует. Хотя, хрен его знает, опять же. Это все очень странно пока что. Там вода глубже намного, чем нам есть возможность. О, паучок. Привет. О, привет. Тебе чего надо? Мост починить. Ага. А это из-за тебя он сломался? Да. Ну так на какой черт его ломать-то было? Кто накосячил, тот и исправляет. Да так ничего. В смысле? Ты меня по приколу будешь? Отстой. А я не знаю, как его чинить теперь. Ну блин. Блин, ну у нас, понимаете, у нас видео начинается с того, что мне нужно починить мост. Это первое задание в этой игре. И я думаю, что оно из самых легких. Ну какого-то хрена? Мне здесь все плохо. Я не понимаю. Я уже не понимаю. Дайте кто-нибудь веревку. Я починю с удовольствием мост. Просто дайте мне
Вот, с кем-нибудь пообщаться на эту тему. Ой-ой-ой, там подарок. Класс. А? Найден трофей, первые шаги. А для чего это? Там еще одно облачко. Давайте посмотрим, что это. Так мило. Блин, шутки шутками, но на самом деле игра мимимишная достаточно, поэтому она, конечно, отбитая, упоротая, но, в принципе, почему бы нет? Вот. Тут чьи-то яйца. Ой, я птенчиков освободила. Не знаю, хорошо это или нет. Что? Что ты делаешь? Это же мои дети. Куда они делись? Я ни при чем, они со мной. Или они уже большие? Они уже большие. Я же мать, мне виднее. Они даже червя не едали. Мое гнездо разорено, мои дети черт знает где, на грани голодной смерти. А ну найди их, отвечай за свои поступки. Пропавшие птенчики, найдите одного птенчика. Отащи моих птенчиков. Я же мать. Боже мой. Честно, я практически никогда их не встречала в реальной жизни. А теперь я в игре. И как бы... Что происходит? Где этот мир свернул не туда? Так, по-моему, я видела одного птенчика сейчас. Сейчас надо только вернуться немножко. Но мы хоть какое-то задание сделаем, я надеюсь, поэтому это будет уже плюсом несомненным. Привет, птенчик. Эй, бро, как ты? Тебя мамка ищет, да норм. Слушайте, мне интересно, эта игра в оригинале такая же отбитая на фразы? То есть и мемасные, и так далее? Или это наши русификаторы, локализаторы так постарались? Окей, да норм. А, ок, пис. Тебя мамка ищет. Уф, блин, почему нельзя просто жить уже отдельно? Ладно, пойду домой. Пропавшие птенчики, найди другого птенчика. Класс. Какие самостоятельные птенчики? Что? Как мило. Ой, вот это классно было. Мне понравилось. Так. Добрый день. Тебя мать зовет. Чего это вдруг? Да, мы в последнее время почти не общаемся. Но мне же нужно личное пространство. Ладно, пойду повидаюсь, увидимся. Вернись к маме птицы. Слушайте, а может быть они мне помогут с веревкой-то? Может быть это не секретное место, а я реально должна была его найти? Ну хрен его знает, знаете. Пока не ясно, пока непонятно вот это все. И... Ну, потихонечку будем изучать. Во всяком случае, птенчиков мы домой вернули. Самостоятельных взрослых птенчиков, между прочим. Да, это вам не абы что. Тише. Окей, окей, допустим. Так, я же мать. Иди сюда. Мои птенчики вернулись. Спасибо тебе за помощь. И не спасибо за то, что из-за тебя они улетели. Пообещай, что больше не будешь нападать на яйца. Обещаю, ничего не могу обещать. Ладно, обещаю. Вот и ладненько. Держи. Мне в рот все равно не пролезает. Может, тебе зачем-нибудь пригодится. Яблоко. Слушайте, классно. Это, получается, еще одно яблоко получаем. Нам нужно их три. Одно, скорее всего, мы получим за починку моста. Я лучшая мать-одиночка на свете. Не вздумай разорить мое гнездо опять. Извините, я не хотел.
Так, ну, допустим, хорошо. А, здесь мы, например, все сделали, да? А где же нам еще тыблочко-то достать? Нам правда туда совсем нельзя? Ой, грибочки. Блин. Секретное место, скорее всего. Ай, мы это зря, наверное, сделали. А зачем это было? Я не поняла немного смысла, зачем это все было. Просто секретное место. Ой, чаёк у кого-то может... Ой. Я разрушитель. Что? Превосходно. Просто, блин, превосходно. Вышибли дверь, вломились, понимаешь, без приглашения. Еще и без чая оставили. Ох. Лишь одно может улучшить мне настроение. Игра в прятки. А ну, найди меня. Таинственный камень. Найди таинственный камень. Чудовище. Чудовище. Я восхищена. Где же у нас этот камень, интересно? Теперь. Да мне нужно все эти места чекнуть, и тогда его я смогу найти, возможно. Может быть, вот он? А? Тут я не помню камня. Опа. А вот и я. Еще разок. Хочу еще раз. Это не он. Нашла. Так, мне нужно наверх. Пожалуйста. Давайте просто наверх. А? Еще, еще. Теперь он уже, наверное, совсем наверх пойдет, потому что, ну, особо вариантов тут нет. Не будет же он повторяться, наверное. Не знаю. Он на все, наверное, способен, этот камень. На всякий случай найдем сверху, пожалуй. Начнем сверху. Нашла. Вон он. На облачке. Камень забрался на облако. О, так здорово. Спасибо за чудесную игру. Прими этот скромный дар в знак нашей дружбы. Требуется я яблоко. И единственное, что я хотела с ним поговорить. Можно обратно вернуться. Может быть, камень нам поможет собрать груду камней для того, чтобы починить мост, и они там будут чилить до конца своих дней. Наверное, это слишком злобно, да? Спасибо за игру. Любое чаепитие блекнет перед лицом вечной дружбы. Но за тобой должок. Да-да-да-да-да-да, без проблем. Так, хорошо. Возвращаемся к нашим яблокам. В колодец, собственно. Я теперь буду пинать, блин, все камни, потому что есть камни крайне отбитые. Ну, нет, конечно. Но, возможно, мы найдем его братьев когда-нибудь. Это не исключено. Так. Какие глаза были сейчас прям на выкат. Класс. Ага, С. Угу. Мне такое ощущение, что сейчас будет босс. Но игра сохранилась, это уже хорошо.
Будет страшно представить, какой может быть здесь босс, серьезно. Основная цель — почини мост. Подождите, это к ней относится? Ты что здесь делаешь? Если ситуация вышла из-под контроля, то я могу тебя эвакуировать. Только если тебе придется все заново начинать, если вернешься. Спасать тебя или что? Нет. Ну, как хочешь. Удачи там. В смысле все заново начинать? Имеется в виду вот здесь? Нажми C в прыжке, чтобы использовать крюк. Я понял. Не, мне не нужно спасение. Мне нужна любовь и ласка. Так. Хорошо. Допустим. Это было нечестно. Тише. Где-то вот тут было свободное место. Окей. Это все ради каких-то коинов здесь. Вот в чем самая ирония. Что за странный звук такой? Это здесь? Я же сказала, что у меня салют начался за окном. Блин, заново. Короче, это секретка, я так понимаю. Вот. Это почти было идеально. Мы уже здесь спидранить потихонечку начинаем, знаете. Совсем потихонечку. Но вообще надо быть поаккуратнее, чтобы не затягивать наше прохождение. Вот. И вообще не прыгнула. Но я думаю, что чем больше мы пройдем за один выпуск, тем меньше нам вообще здесь быть. Тем меньше выпусков будет. Ну ладно, мне все-таки интересно, как чинить мост. Это вот прям, да. Я надеюсь, что пока мы здесь развлекаемся, никаких проблем в этом поселении не случится. Вот. Так, я хочу туда залезть. Вот туда, да. Тут какой-то свет. Понятно, через него надо было пройти. Через этот свет. Так, 3 коина, хорошо. Ну, допустим. Это кнопка. Стоп, 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 стоп. Аккуратно. Что это? Иксо? Не понимаю. Ну, допустим. Ты что здесь делаешь? Если ситуация вышла из-под контроля, то я могу тебя эвакуировать. Только тебе придется все заново начинать, если вернешься. Спасать тебя или что? Нет. Ну, как хочешь, удачи там. В общем, такой же диалог, но при этом вроде как-то все нормально пока что. Что это за кнопка? А, я не понимаю. Надо ее сюда загнать. Ага, тогда я, наверное, смогу нажать на кнопку. Нет? Может быть, так? Вообще, мне нужно 2 икс. Чтобы, видимо, туда добраться. Но... не знаю. Шарики для этого нужны. Я поняла. Я поняла, для чего нужны шарики. Угу. Это мы одну зажимаем, и сейчас вторую тоже так же зажмем. Эй, хочу обратно. Так. Не поняла немного фишки.
Поняла. Короче, мы ставим сначала тут туда. Вот туда. Ну, давай. Ну, загоняйся. Вот. Сейчас ее подровняем. Потом жмем вот эту кнопку. Стараемся сюда запрыгнуть и ничего не нарушить. И пинаем вот туда. Если бы не было бы так сложно... Точнее, это не то, чтобы сложно, но... Я надеюсь, что все остальные загадки вот примерно такого же плана. Так. Ты что здесь делаешь? Да-да-да-да-да. Да. Да, нет. Ну, как хочешь. Да. Удачи. Угу. Все, лягуха. В смысле? Понятно, это хитрожопые такие, знаете, штуки. А у меня там, кстати, был чекпоинт. А, ну окей, он автоматически, как только я прохожу чекпоинт, он сразу же сюда. Хорошо, это даже... Это даже очень хорошо. Большая красная кнопка. Я поняла. Короче, мне нужно вот туда пройти. Наверх. Там будет продолжение. А не в других местах. Мне не нужна ни кнопка, ничего. Эта кнопка просто, знаете, чтобы чисто суициднуться, походу. Потому что иначе я не вернусь обратно никак. Вот. Поэтому приходится делать вот так. И надо очень аккуратно вот здесь спускаться. Очень аккуратно. И просто... Просто идти по течению. Вообще не понимаю немножко этой схемы. И почему от меня хотят именно это. Так. Хорошо. А как? Как туда перепрыгнуть тогда? Может быть, мне надо управлять собою в полете? А-а-а, она двигается, эта кнопка. Представляете, а я не знала. Ну, неудивительно, что я, конечно, не знала, но хотелось бы все-таки такую инфу актуальнее узнавать. Вот. Все. По идее, вот здесь вот получится. Все, хорошо. Ну что, мы просто фармим деньги, которые нам потребуются в бизнесе, очевидно. Или где-то там еще. Уж не знаю. Такие милые фонарики. Привет. Злая маска. А зачем она? Ну ладно. Окей. Пускай. Основная цель — почини мост. Все возвращается. Ну, мы здесь, во всяком случае, сделали что-то. Что-то, хоть чуть-чуть. Но с мостом, конечно, надо разбираться. Но вот эта злая маска, возможно, нас теперь пустят в магазин, где мы сможем купить что-то для моста или еще что-то в этом роде. Я не знаю. Давайте чекнем, насколько хорошо оно выходит в меню. Да. И приключения, потом, да, продолжить. Все замечательно. Есть здесь трофей, есть здесь кооперативный режим, который, естественно, я ни с кем не опробую. Что могу сказать? В принципе, я думала, будет хуже. Изначально, когда я посмотрела на скриншоты, я подумала, боже мой, что это такое, почему мне это кинули в виш-лист?
но выглядит оно забавно. То есть именно, знаете, что-то вроде, когда хочется чего-то миленького. Вот бывает такое настроение, вот хочется что-то миленькое. В принципе, эта игра подпадает под это, и она достаточно забавная, интересная. А в следующий раз мы попытаемся сделать мост. Естественно, я подобного плана игры никогда не смогу причислить каким-то идеальным, лучшим. Но, тем не менее, эта игра из виш-листа, который составляют мои подписчики. И почему бы и не попробовать что-то новенькое? Знаете, бывает иногда что-то вот прям безумно начинает нравиться. Единственное, что у меня, конечно, сомнения пока что по поводу того, какого качество в итоге эта игра, но она, в принципе, забавная и помогает убить время. Вот. Покопаться в ней не противно, управление быстро привыкаешь. В принципе, да. Но единственное, что глаза немного от ярких цветов устают. Но, в принципе, это не самое ужасное, что может быть. Что ж, я ее пройду дальше. Посмотрим. В следующий раз. Поэтому увидимся с вами в следующем выпуске. Подписывайтесь, ставьте лайки, жду ваших комментариев, как всегда. Всем пока-пока и до встречи!